Ситуация с распространением инфекции в стране стабилизируется, однако в некоторых регионах, несмотря на общую положительную динамику, принято решение продлить режим повышенной готовности. В выходные к ямальцам обратился губернатор округа Дмитрий Артюхов. Не везде на Ямале ситуация улучшается. Есть вот ряд муниципалитетов, где требуется дополнительное внимание, дополнительные усилия. Принято нами решение до 14 июня продлить режим, тот, который действует сейчас. Собственно, такой же формат, как мы жили весь май. Надеюсь, что за 2 недели мы, благодаря дополнительным мерам, увидим еще большее улучшение ситуации, и тогда сможем перешагнуть уже на следующий этап снятия мер, чего мы все очень ждем. Искренне хочу всем пожелать крепкого здоровья. Для всех жителей округа продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в любых помещениях со скоплением людей. Организации, деятельность которых не приостановлена, также работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Для граждан старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, сохранились прежние условия самоизоляции. Им пока можно покидать свои дома только в экстренных случаях. На данный момент есть все основания полагать, что мы находимся на так называемой амплате по коронавирусу. Количество случаев вновь заболевших людей меньше, чем количество выздоровевших за эти же сутки. Безусловно, те показатели, о которых мы сейчас говорим, свидетельствуют об эффективности принимаемых властями региона мер. Однако необходимо неукоснительно их продолжать. Соблюдать масочный режим и меры социального дистанцирования.